Переработка рун — это новые стили игры для ваших чемпионов. Представляем вам набор из пути вдохновения. Мы назвали его «Замороженные активы Гнара». Ключевая руна «Ледяной нарост» позволит вам замедлять врагов автоатаками, не разоряясь на замерзший молот. Лучше купите знамение Рандуина, чтобы охлаждать пыл командных боев. Затем возьмите «Самое время», чтобы получить скидку на каменный доспех Гаргульи или троллить врагов под своей башней. Золото всегда надежная инвестиция. Гнар не разбирается в финансах. Поэтому возьмите рынок будущего, который позволит покупать предметы в долг. Ведь черную секиру хочется уже сейчас. Последней руной станет скорость сближения. Она ускорит вас при перемещении в сторону медленных врагов. Ваш пакет инвестиций отлично дополнит руны «Быстрота» и «Ожог» из пути колдовства. Они позволят получать прибавку к силе атаки при ускорении от скорости сближения или вашего W. Замороженные активы Гнара — лишь один из стилей игры, доступных вам в предсезоне. Экспериментируйте с рунами и читайте об изменениях по ссылкам ниже.